Здравствуйте, ребята! Давайте сегодня я вам расскажу 7 пунктов, где нельзя арендовать помещение под кафе. Итак, поехали! Первый пункт. В новом малозаселенном районе, надеясь на перспективу. Я встречаю много ребят, которые говорят, вот тут построили кучу домов, скоро тут будет полно народа, поэтому давайте тут откроем кафе. Вот тут уже открыли продуктовый магазин, поэтому необходимо срочно тут открыть ресторан, пока есть места. Ни в коем случае так нельзя делать. В новых домах заселения идут от 3 до 5 лет. К этому времени может быть так, что ресторан не выживет. Поэтому ни в коем случае нельзя арендовать помещение в районе, где нету народа. Итак, пункт второй. В новом торговом или торгово-развлекательном центре, когда торговый центр только-только открывается, начинается громадная реклама с тем, что вот здесь открывается крутой торговый центр, надо зайти перед открытием, надо занять место, а потом после открытия этих мест не будет. Перед тем, как арендовать помещение в торговом центре для перспективы, то есть пока торговый центр не открылся, не раскручен, непонятно, сколько народа будет туда ходить, и вам говорят о том, что вот сейчас не останется мест, потом останутся только плохие места, если останутся, и вот такую арендную ставку необходимо сейчас платить. Ни в коем случае не ведитесь вот в эту пропаганду, так как вы не знаете, столько народа будет ходить в этот торговый центр, какой будет трафик, и ни в коем случае не заходите, пока не раскрученный торговый центр. Лучше потом заплатить дороже аренду и заходить только тогда, когда торговый центр уже раскручен. Итак, третий пункт. Нельзя арендовать помещение на второй или на третьей линии домов. Ресторан должен находиться всегда на первой линии домов. Все последующие линии для ресторана чаще всего губительные. Поэтому ни в коем случае не арендуйте помещение, если помещение не находится на первой линии домов. Итак, четвертый пункт. На четвертом пункте, где нельзя арендовать кафе, это если даже помещение находится на первой линии, но прямого выхода к улице нету. Помещение, улица, и здесь в магазине у вас где-то ресторан находится в центре. Такие рестораны чаще всего тоже бывают убыточными, если нету прямого выхода на улицу. Итак, пятый пункт. Нельзя арендовать кафе, когда у ресторана нет вообще никакого трафика. Иногда бывает, что я прихожу в места, на улице вообще ничего нет, люди там вообще не ходят, там не протоптанная дорожка, в принципе, никогда там народа не бывает, а люди там хотят открыть ресторан. И обычно в таких ресторанах и народа никогда не бывает. Обязательно наличие людей, чтобы была какая-то проходимость, чтобы это была протоптанная дорожка. Итак, шестой пункт. В транзитных зонах есть такие места, где машины не останавливаются и прямо проезжают. Неудобный заезд или слишком большая скорость проезда этой улицы. Есть улицы, где автомобилисты проезжают 60-80 км в час или где не принято останавливаться. Дорога, несмотря на то, что это она центральная улица или в центре, да, дорога просто транзитная, просто проездная, то ни в коем случае там тоже нельзя арендовать помещение под кафе, потому что там тоже народа не будет. И последний, седьмой пункт. Нельзя также арендовать помещение под ресторан, под кафе рядом с эстакадой. За 13 лет я не видел ни одного ресторана рядом с эстакадой, который был бы успешен. Мало того, в Москве еще есть несколько торговых центров, которые стоят рядом с эстакадой, и они тоже пустые. Несмотря на то, что есть даже парковка, есть даже заезд, но почему-то люди не привыкли рядом с эстакадой останавливаться. Вот, ребята, я вам рассказал, где нельзя арендовать помещение под кафе. На следующем видео посмотрите, где нужно арендовать помещение под кафе. И, конечно же, не забудьте подписаться и поставить лайк. Увидимся в следующих роликах.